Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новый транспорт и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус. И в этом ролике мы с вами увидим и обсудим, какие же ивенты будут у нас появляться в капельной подаче в обновлении The Criminal Enterprise. А начинаем мы со специального ивента, который у нас будет проходить на Хэллоуин. Как вы помните, в прошлом году у нас появлялись летающие тарелки по карте, и когда вы к ним подлетали, появлялась резко вспышка типа молнии, и НЛО пропадало. В этом же году их экспансия продолжается и будет происходить в прямом смысле похищение игроков. Как же все это будет выглядеть? Датамайнер The Game File Gurus активировал скрипт с НЛО, который Rockstar как раз таки подготовили на Хэллоуин. Во-первых, что же мы замечаем? Это зловещая хэллоуинская погода, которую Rockstar частенько активирует во всяких хэллоуинских противоборствах. Второе, это сообщение от Омеги. Если вы не помните, то в сюжетке мы для него собирали части НЛО. И в одном из ивентов предыдущих годов мы довозили с бизнес-схватки с военной базы части летающей тарелки. Сейчас же какой от него толк? Во-первых, если вы увидите летающую тарелку, вы ее можете сфоткать и отправить фотку Омеги, и вы за это получите 1000 опыта. Плюсом еще, если же вы захотите получить зонт в задницу, вам, соответственно, надо подъехать к этому НЛО, встать под него, и происходит вот подобного типа картина. Да, вас просто подняли, и вы появились хрен его знает где, в одних трусах и, возможно, в кепке с надписью «Верю». Вот и все, в принципе. Да, конечно, не особо профитное развлечение, но в любом случае, если Rockstar будет действовать по такому же принципу, по которому они действовали в том году, то у нас будет это все идти на увеличение, то есть за несколько дней до Хэллоуина будет появляться только одна тарелка, потом две, потом три, и вот так в итоге запьется вся карта. Опять же, датамайнер выложил вот подобного типа изображения. Эта карта спавна этих летающих тарелок, как вы видите, их будет дохренища, можно будет не один раз этим заниматься. Но, скорее всего, все шмотки там выдадут либо за раз, либо же за несколько таких заходов. Следующий ивент у нас опять же связанный с Хэллоуином. На этот раз нам надо будет собрать 10 фонарей из тык, чтобы получить одну из трех масок. Одна из них называется ужасная тыква, ну все остальные вы можете сами придумать им эмоции и написать об этом в комментариях. В общем, по карте будет разбросано 100 фонарей с тыквами. В принципе, ивент простой, быстренько пробежаться и получить вот данную маску. Будет ли кто-то этим заниматься или нет, понятное дело, неизвестно. Ну, скорее всего, мне кажется, каждый игрок попытается это сделать, с учетом того, что в любом случае сольется карта с этими масками, и в любом случае Rockstar нам дадут неограниченное количество времени. Ну, понимаю, под неограниченным временем я имею в виду как минимум неделю хэллоуинскую. Так что я думаю, за эту неделю можно будет собрать как минимум 10 штук и получить маску. И вот мне интересно, что же будет, когда мы соберем все 100 фонарей. Будет ли какой-то от этого прикол? Следующее, это уже, грубо говоря, не ивент, а это коллекционное задание. Нам надо будет собрать 100 продуктов LD Organics. Если вдруг кто забыл, это бренд Ламара Дэвиса, который у нас появился в обновлении контракты. Ну так вот, нам надо собрать 100 пакетиков, непонятно с чем, и отнести его Ламару. Что же по итогу мы получим, если мы все это дело соберем? Просто мерч от Ламара. Вот и все. Плюс еще за каждый подробный пакетик мы получаем по 1000 баксов и, скорее всего, какое-то количество опыта. Мне кажется, Rockstar это в любом случае с чем-то свяжет, либо же с каким-нибудь ивентом дополнительным, который будет связан на неделе. И, возможно, мы так получим не просто 100 тысяч баксов, а возможно еще какую-то сумму поверх. Если вспомнить те же самые ивенты с коллекционными предметами киностудии, где мы собирали всякие бутафорские предметы, которые были украдены Rockstar, со временем начинали выкатывать ивенты, где нам давали 200 тысяч, если мы либо уже собрали, либо соберем на этой неделе и прочее-прочее подобное. Я думаю, кто-то это все равно вспомнит. Следующее, это у нас случайное событие, которое будет происходить в GTA Online, но на данный момент времени оно заблокировано. Что же будет происходить в небе? Случайным образом заспавнится самолет с дымящимся двигателем. Это уже, в принципе, интересно. Если вам вдруг будет делать нехер, вы можете добраться до того места, где он разобьется, и подобрать портфель, в котором будет лежать целых, внимание, 10 тысяч баксов.
Но, по крайней мере, это инфа от датамайнера, и вот по самому видосу понятно, что мы получили только 10 тысяч. Но опять же, не забывайте, что Rockstar может это связать с ивентами, происходящими на неделе, и тем самым, возможно, там не будет не 10 тысяч по итогу, а может 1100. С надписью «Соберите хотя бы один портфель и получите дополнительные 100 тысяч баксов, либо же какое-нибудь шматье», что, в принципе, было бы прикольно. Но лично я считаю, что вот этот самолет с контрабандистами можно было бы связать с ангаром, типа «Берите портфель, доведите его до ангаров, у вас будет дополнительный груз». Это было бы гораздо интереснее, на мой взгляд. Ну что ж, дорогие зрители, я вам еще дополнительно рассказал о том, что у нас появится в капельной подаче, какие будут специальные события, какие просто случайные события у нас разблокируются со временем. Также пришла информация о том, что некоторым игрокам приходит смс-ка от Junk Energetics. Вы любите джанк и экстремальный спорт? Представляем прыжки Junk Energy. Для самых безбашенных экстремалов парашютируйтесь через контрольные точки и приземляйтесь в зоне высадки. Если остались живы, получите деньжат. Опыт не обязательно, выйдите за пределы возможного с Junk, Junk Energy. Честно говоря, подобной смс-ки мне не прошло, хотя вроде как я последние несколько дней катал по 5 часов минимум в GTA залипая. И мне интересно, пришли ли вам подобные смс-ки. И возможно это связано с тем, что завтра, то есть когда у нас обновится бонусная неделя, у нас начнется вот этот новый ивент с этим Junk Energy. Возможно это будут новые отдельные задания, либо же это какие-то случайные события, либо же это будут новые задания, которые у нас будут лежать во вкладке парашютизм. Я лично не знаю, я чисто все это предполагаю, дорогие зрители. Если у вас есть на эту тему какие-то предположения, то обязательно напишите в комментариях. Также дополнительная информация по поводу табельного карабина, либо же винтовки М16, которая на данный момент времени заблокирована. Информация о том, когда эта винтовка появится и когда появится с ней ивент, у меня нету. Если бы была, возможно, у меня было бы больше подписчиков. Какая же информация появилась? Во-первых, места преступления будут спавниться очень редко. То есть не получится сделать так, что у вас вот есть 10 мест, вы просто по ним всем прокатываетесь, собираете 5 частей, и вот у вас есть винтовка. Скорее всего, будет появляться только одно место. И как я это лично представляю, возможно, это будет на уровне собирания ежедневных предметов. То есть у нас есть 10 мест, в одном месте появляется деталь оружия, вы ее подбираете, и до следующего дня у вас больше не появляется такого места преступления. На следующий день новое место, опять же, туда отправляетесь и подбираете там вторую часть. Опять же, это лично я так представляю, как это будет на самом деле выглядеть, хрен его знает. Во-вторых, на месте преступлений будут постоянно появляться копы, которые, как только вы поднимете деталь от оружия, вас сразу же застрелят и дадут вам вдогонку 2 звезды. И третье, дополнительно, будет еще вариант покупки данной винтовки, то есть... Если вдруг вам будет лень искать эти детали, вы сможете ее прикупить. Но, опять же, это информация от датамайнеров, и как я это лично вижу. Появляется квест, где мы должны будем собрать все эти 5 деталей, чтобы открыть себе эту винтовку. Но через неделю, либо же даже через 2, она просто засвечивается в эманации за 370 тысяч баксов. То есть, кому не лень, пойдет собирать детали, а кому будет лень, через несколько недель придут в эманацию и просто ее себе купит за 370 тысяч баксов. И вот какая-то такая информация. Ваше же мнение, опять же, на всю эту тему я жду обязательно в комментариях, дорогие зрители. Ну и так как это ролик в среду, а завтра у нас должна обновиться бонусная неделя, давайте же, во-первых, вспомним тот транспорт, который у нас должен будет появиться в ближайшее время в капельной подаче. И, возможно, одна из них у нас уже появится завтра. На Legendary Motorsport у нас остался только OBA-10F за 1 675 000 баксов. На San Andreas Super Auto у нас до сих пор 6 машин. Это Declace Draugr за 1 402 500 баксов или за 1 870 000 баксов. Impotent Ruiner ZZ8 за 1 320 000 баксов. Declace Vigero ZX за 1 947 000 баксов. Динка Кайнджа 1 027 500 баксов, либо же 1 370 000 баксов. Динка Постлюб 982 500 баксов, или же 1 310 000 баксов. И Убермах Рейнхард за 1 598 000 баксов. Лично мое мнение, что на San Andreas Super Auto на этой неделе, вероятно, ничего не появится. Почему? Declace Draugr — это первым машина, которая должна будет появиться на этом сайте. Капельной подачи, по крайней мере. Но суть в том, что у нас как раз таки игрокам пришла смс о том, что появится новый ивент от Junk Energy, и соответственно выкатывать сразу же два новых типа заданий. А хотелось бы мне напомнить то, что чтобы разблокировать оптовую цену на Declace Draugr, надо выиграть 10 гонок на Кайопере, которые тоже на данный момент времени не разблокированы. И вероятнее всего они выйдут вместе с Declace Draugr.
Аугром. То есть надо чисто отдельную неделю по все это дело делать, потому что Rockstar не любит выкатывать все из-за один раз. Они любят все размазывать, чтобы поддерживаться онлайн постоянно от недели к неделе. Ну и сайт от Бенни. Гроти Бриоса 300, Убермах Sentinel, BF Weevil и OB10F. Опять же, OB10F здесь появится самым последним. Вероятнее всего, он появится сразу же с выходом этой же машины на Legendary Motorsport. Лично мое мнение, либо опять же у нас OB10F с Legendary Motorsport выкатится завтра, либо же Гроти Бриоса 300, опять же завтра. Ваше же мнение, дорогие зрители, обязательно жду в комментариях, как вы думаете, какая у нас тачка появится завтра из капельной подачи. Ну и напоминание, как всегда, о не особо рабочем списке призовых транспортов на подиум казино и на рампу в такт-клубе LS. Что же у нас тут осталось? Да, в принципе, все то же самое, потому что тачка стояла другая. Имеется на подиум казино у нас Ubermach, Cypher, Dubash Rapid GT Classic, Enus Paragon R, Pegassi Tempest и Coil Cyclone. А премиальный транспорт в автоклубе LS Ocelot, Swinger, Vapid, Retune, BF, Club, Pegassi, Osiris, Maxwell, Vagrant и Vapid Flash GT. Эти тачки появятся в ближайшие 6 недель. Надеемся, что список с этой недели начнет действовать. Но у меня, дорогие зрители, на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравилось, ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь.